Сегодня в столичном микрорайоне «Новый город» начал работу участковый пункт полиции. Как чебоксарские улицы становятся безопасными, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. На охрану общественного порядка в новом городе Сергей Степанов заступил в июне. Фронт его работы – сотни адресов. В стремительно растущем микрорайоне уже проживают свыше 10 тысяч человек. Теперь участковый пункт полиции получил здесь постоянную прописку. Жильцы данных домов, то есть они молодые, хорошие. Участковый пункт полиции находится в Восточном 19. То есть людей там приглашали, туда приглашали, но при вызове сообщений всякие о характере, то есть о преступлении либо административном нарушении, то есть выезжали на дом. Участковых с новосельем приехал поздравить глава региона. Генерал Михаил Васильевич, начальник службы участковых полномочных полиции города Чебоксары, подполковник полиции Кудрявцев. Разрешите мне представить ваше внимание служебное помещение нашего участкового пункта полиции. Это 35-й по счету участковый пункт полиции в столице региона. Помощником стражи порядка стала система «Безопасный город». Никто не пройдет незамеченным. В рамках программы «Безопасный город» большинство дворов нового города оснащены видеокамерами. Прямо сейчас «Большой брат» наблюдает за нашей съемочной группой. И вот видеозапись в архиве на очень долгое время. Благодаря таким записям преступления в республике раскрываются оперативно. К аппаратному комплексу подключили уже более 2500 видеокамер. Система видеонаблюдения «Безопасный город» — это 100 километров линий связи, это порядка 20 видеосерверов, это 3,5 петабайт хранилища данных. Порядка 120 видеокамер у управляющих компаний. Ага. То есть всего мы планируем порядка 200 камер видеонаблюдения контролировать одновременно. На этом топ-участке? Так точно, в новом микрорайоне. И участковых сегодня такая возможность. У нас, в принципе, по республике 100% обеспеченность компьютерной техникой. С чистого листа в участковом пункте начинает работать и совет по профилактике правонарушений. Главная его задача – предупреждать возможные преступления. И здесь очень много молодежи, и цель совета нашего направлена на профилактику предупреждения правонарушений. И то есть очень такое активное будет направление у нас по работе с несовершеннолетними. Глава региона отметил, что новый участковый пункт должен стать залогом безопасности. Но самая главная задача наша, этого органа власти, это охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, чтобы взаимодействовать со всеми органами государственной власти, муниципальных образований. Правонарушения, чтобы своевременно выявлялись, и правонарушители привлекались к ответственности. В ближайшие годы новые участковые пункты должны открыться и в других микрорайонах города. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.